Так, значит, выдвигаемся с гостевого дома Лев, где мы заселились в данное время в Пицунде, Абхазия, город Пицунда. Вчера приехали на машине, машину поставили на территории. Вчера небольшой был ветерочек. Купались на центральном пляже. Была небольшая волна, но море кристально чистое. Пицунда тем самым отличается, что море очень чистое в любую погоду, практически в любую погоду. Мы живем не в самом центре, до центрального пляжа идти было сколько, 30 минут, да? 25-30 минут не спеша. Тоже по этой же тропинке, то есть сосновый бор. Сейчас пойдем мы в сторону рыбзавоза, завода на пляж Лдза. Ну и на сам рыбзавоз сходим, посмотрим, что там за пляж. Кстати, что за не поздоровался. Всех приветствую. До пляжа Лдза, ну и на рыбзавод идти приблизительно 6 километров. У нас это не пугает, мы любим прогуляться. Там люди даже вот бегают, спортом занимаются. Так, выходим вот на автомобильную дорогу и пойдем мы налево. А вот этот забор, резиденция, ну, раньше была Сталина, сейчас говорят Путина. Ну, почему говорят? В принципе, так оно и есть. Но сам Путин сюда не приезжал. Резиденция. Вот вдоль резиденции пойдем на пляж Лдза. Здесь такие вот все сосны, заросшие лианами. А на центральный пляж там вообще такой сосновый бор. Вообще реально, потом будет возможность, тоже его покажем. По возможности. Вот это, я так понимаю, вход в резиденцию. Тоже там такая растительность мощная. Да, мощная здесь сосна на тротуаре выросла. Почему выбрали именно Пицунду, пока а не Гагру? Здесь спокойно, хорошо, чистый воздух, чистейшая вода. Народу мало. Сейчас 9 сентября. Уже на улице 22 градуса. Вода плюс 25. То есть по погоде, в принципе, это вообще прекрасно в сентябре отдыхать. Приехали на машине, 3000 в одну сторону получилось километров. На машине заезжали в Волгоград. Так, еще заезжали, там в Лазаревском были, да, с Ламборезина. Ну, на машине чисто вот посмотреть Россию. Не торопились, ехали 4 дня. Это очень много, да. Реально доехать. Ну, опыт уже имеем на машине езды. И реально доехать за 2,5 суток, не устав.
Да, ну тут ехали просто днем, чтобы ночью не ехали, но ночью полноценно спали. Машина Kia Sportage, кто знает, что подписывался на мой канал, знает. Поэтому дорогу мы не снимали, конечно, на машине, но охота в обратную сторону, скорее всего, мы это все снимем. Как поедем домой с моря и покажем. По дороге еще встретился вот такой парк. Ну, в принципе, такой он ухоженный. Травка подстриженная. Мусора не видно. Да, и не сказал еще. Время вышли 8:35. Что, может, кто-то скажет, 22 градуса. Типа это же не жарко. А днем, вот вчера было 30 градусов. Так что вот с утра 22, 30 градусов в сентябре месяце. Сейчас уже вот идем, уже вообще, в принципе, вот, уже душновато становится. Еще больше, видимо, градусов сейчас стало. Ощущение, как градуса 24. А там стелла какая-то. Ой, стелла, памятник, что ли. Сейчас посмотрим. Что, пойдем туда, подойдем, посмотрим, что это. Ну да, наверное. Здесь вот и 41-45 Великая Отечественная. И вечная память героям Абхазии, 92-93 год. Понятно, что война здесь шла. 92-93 год. Что, продолжаем свой путь на пляж Лдза. Я так понимаю, уже мы доходим до пляжа, резиденция, забор заканчивается. Потому что там видно уже движение такое людей в сторону пляжа. Да, и кстати, я тоже там оговорился, сказал, что вроде мы не в центре доживем. Мы наоборот почти в центре живем, у нас центральный рынок, площадь, просто сама Пицунда, поселок маленький, а основная часть Пицунды — это сосновая роща, полностью весь мыс, сосновая роща, огромный мыс, поэтому получается до пляжа, ну для кого-то это будет минусом, идти довольно-таки до любого пляжа с центра 20-30 минут. Но если на первой линии снимать жилье, это получается там эти, кто они, отели такие 12-этажные. Ну и еще есть современные уже дома построенные. Ну там и, соответственно, цена в 3 раза больше, чем где мы сняли. Там уже отели по 7000 номер. Ну и, в принципе, цивилизация присутствует. Есть дома заброшенные. Ну, больше 50% уже все ухожено. Ну, а так все равно реально, как в СССР. Даже эти отели на мысе Пицунда, на центральном пляже. Там уже видно, дома, в принципе, такие обскабленные, непобеленные. Балконы застекленные, такое все. Да, вот, походу, мы уже
А вон написано пляж. Очень попадается много коров на дороге, даже на машине ехали, даже в Гагра. Коровы лежат на дороге, поэтому кто едет на машине, будьте внимательны, осторожны. Их просто объезжать надо. Ну и соответственно, ну, много и какашек, и лошадиных, и коровьих. Ну, все, что вижу, то и говорю, конечно. То есть, как бы, мусор присутствует. Так, ну и это мы выходим на пляж уже. Ну, я так понял, это не центральный пляж, а вот за. Потом пойдем вдоль побережья еще до рыбзавода. Там тоже есть сосновый бор. Рядом прям с пляжем. Хотите на солнышке позагорать, хотите в сосновом бору в теньке. Да, сегодня тоже ветер и присутствует волна. Присутствует волна. Но море чистейшее. А потом мы пойдем на рыбзавод. Сейчас, друзья, увеличу на экране, увеличивается уже больше. Вот, покажу вам воду. Там вот у нас центральный пляж, где мы были вчера. Это вот здесь территория огорожена забором. Соответственно, по морю сюда не пройти от центрального пляжа. Сам сосновый бор. Так, продолжаем съемку, маленько окунулись и пошли дальше по пляжу. Здесь уже более поуютней пляжик, в том плане, что есть лежаки, навесики, соответственно, они, скорее всего, платные. Это я еще понимаю, наверное, не центральный выход на пляж Алза, потому что сосновая роща огражденная забором. Да, сегодня осадки обещали днем. Ну, тучи там где-то идут над морем. Вот дошли мы до выхода на центральный пляж Лудза. Здесь уже все есть для отдыха. Сапы. Горка. Бананы. Катамараны. Кафешки. Thank you.
пожалуйста, можно на гальке на солнышке поваляться. Либо в сосновом бору. Идите, я вас догоню. А, ну пойдемте. Рита с Денисом нас догнали. Теперь мы четвером. О, классно. Тенечек, хорошо. Тут уже цивилизация, имеется в виду, все нужно купить и покушать. И везде на территории Пицунды за присутствуют вот такие родники. Местные говорят, эту воду можно без боязни пить. Что мы и сделаем. Снимите меня. Так, вот эта Алза территория уже заканчивается. И начинается территория рыб совхоза. Тут уже вода, чтобы понимали, не такая чистая, как в Пицунде и в Алза. Уже маленько мутноватая при такой волне. И волна больше. Здесь уже полупесчаные пляжи. И волна больше. Здесь вижу территорию, кто-то оградил. Частная территория. Но пройти через нее нам можно. Да, кстати, мусора вообще нигде нету. И мусора уже на заводе. Полно. А, ты хитрый, чтобы не по песочку идти? Конечно. О, точно. Но мусора все равно много везде. Да, я не ошибся, эта территория еще только строится, вот это все новое. Ресторанчик. Ну, я так понимаю, лежаки-то, наверное, здесь все равно ляжешь. Деньги возьмут, я скажу. Заплати денежку, да? Заплати денежку. Решили остановиться, сделать небольшой привальчик, так как тут есть столовые, если что, потом покушать зайдем. И дальше продолжим путь до замка.
который находится вон там. Ну вот мы дошли практически уже до замка, и ущелье называется Монашеское ущелье. Там впереди. Здесь уже песочный пляж. Полностью песочек. Ну, песочек, и при такой волне водичка, конечно, мутная вся. Чуть подальше бирюзовая, берега мутная. Вдалеке виднеется мыс Пицунда. Вот такой мы кружочек дали. 6 километров. Можно приехать на машине по такой дороге. Но имейте в виду, в оползни. Здесь оползни падают, дождь. Прям на краю. Вот он, сам мраморный замок. Все, мы дошли до конца маршрута. Дальше пляж заканчивается. Там у нас уже получается просто скалы. И осталась сразу водичка. А слева будет Монашеское ущелье. Там Монашеское ущелье. Получается столовая и отель. Свободных номеров нет, пишет. Все, всем спасибо за просмотр. Пока.